Друзья, всем привет! Едем из Кушадасы в Чешме. Это такой курортный городок. В данный момент проезжаем Измир за окном. Из Кушадасы в Чешме ехать часа примерно два. Потом, думаю, заедем в деревню Алачаты. Приехали в город Чешме. Вот выглядит порт у нас вот так. Вот здесь марина, здесь вот город. Все очень интересно. Здесь набережная чистая относительно. Здесь продают туры. Выглядит так деревня. Да. Здесь мы нашли парковку. Парковки не особо, но вот как-то так. Также здесь есть Генуэзская крепость, построенная в 15 веке до приходов османов, потом захваченная османами и достроенная ими. Красотища. Вот она, крепость. Наверху видны пушки, внизу видны пушки. Старые древние пушки с застрявшими ядрами. Кале-музей. Пушечки. И дядька со львом. Сейчас узнаем, как его зовут. Хасан Паша. Это, видимо, тот, кто отстроил этот замок или крепость. Пушки. Пушки. О, еще здесь древний якорь. Какой-то очень старый. Тоже лежит здесь. Еще колонны. Не знаю, от чего, от кого, но вот колонны тоже лежат. И пушки. Старые. Здесь такие аутентичные домики, двухэтажные, трехэтажные, в стиле Греции. А также здесь много сувениров. Вот прогулочная улочка. Можно гулять. 20-25 вообще нормально. Это сувениры здесь продают. 15 лир, один сувенирчик, два сувенирчика за 25 лир, а эти вот магнитики за 10 лир. Сувенирчики всякие, подарочки можно купить, отвезти друзьям, порадовать. Потому что чай, кофе я не попробую. Старые домики. Даже Вайкики есть. Деревня Чешме. Нам приехала Елена, наша Елена из Минска. Модный приговор, помните, в Измире устраивала нам. А теперь привезла нас в Чешме. Да. Чешме, магазинчики на улицах разные. Похоже, как у нас Кушадасы, но есть много всяких вещичек, которых у нас нет. Ну, как всегда.
Кошелечки. Все будет в 5 раз дороже, но можно торговаться. А что там 100 лир? Я хотела себе купить, но это дорого. Вот это вот 100 лир? Да. Это косметичка? Ну вот, чешме. Лена у нас любит шопинг в самых дорогих районах Турции. Чешме – это такой дорогой городок, деревня. Очень милая и красивая. Родители уже попали на шопинг. К нам же приехал Йосин папа. Лена, у тебя такой чемодан? А, нет, слава богу, я еще такого нет. В общем, найти можно все, что угодно, на любой вкус. И, конечно же, целую улицу сувениров, красивых и приемлемые цены. Мы купили подстаканники красивые. 6 штук, ну вот такие, похожие, за 25 лир. О, Дондурма, мороженое. Очень мне нравится чешме, узкие улочки красивые. Аутентичные, посмотрите, какие ставни. Здесь есть и крепость. В общем, и современная. И старинное все вот рядышком. Красиво. Всем советую приехать сюда. И здесь есть много пляжей. 3-4 пляжа точно, я про них читала. Расскажем. Красивых. 3, по-моему, муниципальных, 1 платный. И больше мне понравились муниципальные пляжи. Мы сегодня пойдем на какой-то из них. И также в 2 километрах от Чешме есть термальные источники. Можно еще там полежать, поплюхаться, оздоровиться. Серебро. Обожаю серебро. Не знаю, как по ценам. Думаю, не дешево. Мераба. Но красиво. Полежать, поплюхаться. Давайте заглянем, что у нас здесь. Интересно, что-то продают. А здесь у нас, походу, бывшая греческая церковь, не действующая. О чем напоминают вот эти вот фрески на потолке. Продолжаем прогуливаться по маленьким улочкам Чешме. Хотите футболки посмотреть? Пойдемте посмотрим. Есть с папой футболки посмотреть. Папа хочет футболки посмотреть. Папа Йосика хочет футболки посмотреть. Подожди. Одный переговор продолжается. Ой. Посмотрим.
конечно, не на наш размерчик. Что, лифчики? Да. Нынешняя мода. 400 лир. Я опять с таким маникюром шикарным. Там, кстати, есть носки, если ваша мать. 570 лир сарафан. Барбершоп турецкий. Здесь даже детокс есть. Детокс кафе. Она нас словесно и нахуй послала, и за? Вот такая вот улица здесь. Древние дома двухэтажные. Мотороллерист. Где-то там. Земляная пицца. Гора. Измерим кукуреч. Кишки на вертеле. Очень вкусное, аутентичное блюдо местных. Любят кишки на вертеле. Хотель Grand Fake. Большой обман. Здесь мы заезжали. Ехали налево после кирпич. И дальше искать парковку. Там море. Вернулись на набережную, где мы, собственно, начинали наше путешествие.
по данному городу или деревне, или поселку городского типа под названием Чайш. Парк здесь прямо возле крепости. Ну да, парк. И вот какой-то дядька в шлеме сидит. Ему памятник. Наверное, крутой чел был. Да. Вот крепость. Пришли в марину в городе, где много яхт, рестораны. А, хорошее место. Да, посмотрим. Паркуют яхты. В Марине, наверное, сюда, скорее всего, паркуют. Деревня Алла-Чаты находится в 10 километрах от Чишмы, недалеко от Измира также. Это деревня, в которой живут потомки греков. А до 1922-1923 годов здесь жили греки. Привет, Мурмур! И вот такие вот греческие котики, потомки греческих котиков, живут здесь сейчас. Греки во время великого какой-то кровавой бойни, резни измирской, по-моему, они бежали в Ираклион, бежали на Крит. Вот. А сейчас здесь живут их потомки. И до сих пор, говорят, здесь, в этом прекрасном городке, в старых домах, находят золото и всякие украшения. Так что можно найти клад. Многие здания оборудовали под такие отельчики, бутики-отели. И здесь, в этом районе, дом купил себе Михаил Прохоров, такой наш российский миллионер или бизнесмен. В общем, да, очень влюбился он в эти края, а края действительно удивительные. Вот здесь же вот потомки греков, и также эту деревеньку облюбовали айтишники современные из Стамбула, из других городов Турции, а также... Конечно же, виндсерферы, потому что ежегодно здесь проходит чемпионат по виндсерфингу. Здесь пляж, очень известный пляж во всем мире, один из лучших пляжей для виндсерфинга, для занятий виндсерфингом. Здесь очень сильные ветра до октября. Собирается много молодежи и занимаются виндсерфингом. Обалденные улочки, узкие, греческие. Много кафешек, много ресторанчиков. Место мне очень нравится, и Чишме, и вот эта вот деревенька вообще просто влюбляет в себя. Посмотрите на эти ставни. Это
Это вот один из таких отельчиков, отреставрированных. Мило, все очень мило. Это площадь. Главное, видимо, Волочаты. Ресторанчиками. Ой, и вот мы видим кафешка с медведями. Как есть в Мухмутларе ресторанчик. Какая милая деревенька. Это все, это моя любовь. Обалденная. Татю всеми любимым. Самый главный человек в Турции, в истории Турции, это, конечно же, Ататюрк. Ой, какая милота. Смотрите, двери такие. Бутики. Классно, моя одежда и посуда. Просто прелесть. Любимый вид транспорта турков. Конечно же, мотороллеры. Ух ты, какие здесь паучки. Конечно же, котики турецкие. Леночка наша. Очень классные там штучки все. Да? Просто вообще, да. Ну что, посмотрим классные. Ой, какая прелесть. Ой, такие девочки хорошенькие. 15 лир всего, какая прелесть. Мерхаба. А вот котики, вы видели, Люба? Вы каких хотели котиков? Нет, я бы... Вот, смотрите, такие миленькие. Это знаешь, это не сказать, что это... Не то, да? Это... Ой, какие маленькие рыбочки. 35 лир. Вот эти котики интересные? Да, интересные. Вот там вот котики интересные. Я всегда очень люблю рыбки, моя любовь моя. Рыбки любые, это моя любовь. Для бутылок такие вот штучки по 225 лир. Красота. Вот котик, 350 лир. 125 лир вот такие вот есть.
И слоники, и дельфинчики, и бабочка, красота. Очень люблю эти штучки все. И видите, везде глазик от глаза. Хамса называется это. От глаза. Гранаты. Это вообще символ семьи. Здорово. Очень много красивого. И вот же подставочки. А вот здесь вот, здесь дороже. 3 штучки за 20 лир. Мы покупали дешевле. Но здесь вот алачаты. Именно алачаты. Ёжики очень милые. 75 лир. В общем, прелестные сувениры. Ой, пардон. Вот и везде мы видим глазики. Красиво, красиво. И здесь мы видим наш любимый магазин Мадам Коко. С турецким текстилем и товарами для дома. Вот в таком красивом доме. Привет, пес. Очень много бычков, как и везде в турецких городах. Турки, любители покурить. Это прекрасная архитектура греческая. Балкончики, ставни. Фрукты, тут же куклы, газеты. Очень красиво. Кафешечки, открытые террасы. Это живое дерево, живое. Мексиканская кухня, курасон. А как же без черного котика? Смотрите, какие дворики. Ну, эта деревенька влюбит вас в себя, это точно. Вот очередной бутик-отель. Отреставрированное здание. И вот бутик-отель. Посмотрите, какой маленький Будда. Монг. Всем советую съездить в эту деревеньку. Получите удовольствие. Эстетическое наслаждение. Ой, какая прелесть. Ну, теоретически, да, надо. А туда? Туда это в глубину. Давайте посмотрите, какая красота. И гранат растет, а на нем висят опять-таки глазки от глаза. Гранатики уже скоро будут вкусные. Будем сок пить гранатовый. Обалденно. Вот мы кому-то заглядываем, подсматриваем. Ну, она такая, да, так это вот полностью эта деревня, это все греческие вот эти здания. Я имею в виду, она большая. Но она не маленькая. Здорово, что здесь нет новых построек, что они все сохраняют. Реставрируют. Мы вот отвезем наших гостей
любимых еще в одну деревеньку Шаринже. Мы с вами уже, дорогие наши зрители, были в этой винной деревеньке. Там тоже здание 19 века в греческом стиле. Греческие домики, ставни, окна. Все очень красиво. И никаких новых построек нет. Реставрируют только некоторые здания. Это, конечно, невероятно. Попадаешь просто вот в былые времена. Здорово. Ну, я представляю, что еще серфингисты сюда приезжают. Здесь и наслаждаешься, выходишь на завтрак в какой-то из кафешек, а кафешки все классные, интересные. Идешь потом на море, волны ловишь, это кайф. Любят эту деревеньку. Недаром молодежь ее облюбовала. Ой, какая машинка классная. Аура здесь точно хорошая, однозначно. Супер. Просто класс. Столько отельчиков. Я бы сюда на пару денечков тоже приехала бы. Ой, а это вообще все. Это меня покорило. У меня было два мопса. Merhaba. Şlyapa. Тоже с глазиком. Никто не сглазит вас в этой одежде. Никогда. Халатики. Ты же передари. А, что это? Так, поливают улицу. Каждая улица невероятно красивая, милая. Везде хочется сесть посидеть. Там того выпить, там того. Украшения. Ой, здесь какое-то классное мороженое. Все кушают морожку. Ой, пардон. Но наши ребята уже ушли вперед. Это магнум мороженое. Сувениры, сувениры, сувениры. И наш Йосик сидит где-то на крыльце вместе с коте возле какого-то бутика. Йосик? Злой какой-то. Привет, кот! Ты спишь, кошка, привет. Это интересный магазин.
А вот пес. Я очки посмотрю. Я бы пошла, посмотрела очки, а все ребята уже убежали. Но вот не вижу своих круглых. Улочки здесь волшебные. Макс Мара. А я хочу Прада. Мэриба, а do you have Prada? Прада. Ресторанчик на ресторанчике, отельчик на отельчике. Ну вот такая прелесть своя этой деревеньки. А вот что ты. И, конечно же, турецкие котики. Ой, Дон Дурма. Я не знаю, что это. Ребята, расскажите мне, если знаете, что это такое. Не знаю, что это. Я иду спокойно в своем темпе. Знаете, очень хорошо подбирайте себе компаньонов по прогулке. Будешь ездить?